Доброе утро, представьтесь, пожалуйста. Доброе утро. Заступник начальника відділу зв'язки з громадськістю Гришин Роман. Скажите, пожалуйста, вчера в 21:59 я пытался вызвать милицию, но мне это не удалось. Я набрал с мобильного телефона номер 102, но ответа не прозвучало. Что случилось, почему это происходит? Я вам хочу сообщить, что 102 номер работает по двум линиям связи и одновременно может принимать звонки от двух людей параллельно. Если такое случается, что звонит третий человек, то происходят длинные гудки, соответственно, человеку нужно подождать, пока там от полторы до двух минут, пока закончится прием заявления от остальных лиц. Вам бы я посоветовал написать заявление, и будет назначена служебная проверка, и будет поднят архив, и по результатам проверки мы это все осветим в средствах массовой информации. Понятно, спасибо. Thank you.